11.03 в Москве, в студии Финам-ФМ, Олег Винокуров. И Валерий Винокуров. И мы начинаем очередной выпуск программы «Прессинг». Сегодня у нас в гостях Андрей Созин. Очень разносторонний человек. Вот если кто спортом интересуется, изучает всякие сайты, средства массовой информации и прочее, то Андрея Созина можно встретить в качестве эксперта, ну, практически в любом виде спорта. Но сейчас мы, по крайней мере, поначалу сконцентрируемся на его основной, так сказать, работе, основной должности. Андрей Созин, вице-президент Федерации кёрлинга России по стратегическому развитию, если я не ошибаюсь. И региональному. И региональному, вот. Вас мы в этом качестве и приветствуем. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Собственно, тема-то у нас сформулирована как? Олимпиада начинается с кёрлинга. Несведущий человек может не понять, что мы имели в виду. Я вот, например, не понимаю, почему с кёрлингом. А это мы специально так отчасти заигрываем, так сказать, со слушателями. Ну, с кёрлингом, да, попробуй заиграй. Но дело в том, что если тут как раз, если я чего не напутал, Андрей Вячеславович, вы тогда меня поправьте. Ведь кёрлингисты будут первыми, кто опробует новые объекты вот для Олимпиады в Сочи, которые... строится или построено уже. А в прошлом году же там же был горные лыжи, там же Костылич даже травму получил, был какой-то этап Кубка этап мира. Этап Кубка Европы. А, Кубка Европы, Европа, да? Европа была уже, и склон был открыт, может быть, не совсем был готов до конца, но был открыт. На самом деле, в конце декабря на Олимпийской арене, называется «Ледяной куб», будут проведены первые международные соревнования среди колясочников 20 числа декабря. После этого будет проведен этап Кубка России среди мужчин. Среди колясочников по кёрлингу? По кёрлингу. А, понятно. Очень разносторонний спорт. Да, и я скажу, что отличие этого вида спорта, что не обязательно иметь какие-то хорошие физические данные, как там, не надо быть Овечкиным или Моней, к примеру, или иметь такие легкие, как у Жиркова. Любой абсолютно человек может заниматься кёрлингом в разной степени. В разной степени. Не нужно быть 7 пядей во лбу. Достаточно сложный вид спорта, но под весь возраст абсолютно подходит. Ну, во лбу-то как раз в голове надо много иметь. Там же, насколько я понимаю, очень такой мыслительный процесс. Мы называем бильярд. Кто-то говорит шахматы, в меньшей степени шахматы. Бильярд, наверное, будет точнее. И, если честно говоря, я бы хотел на правах гостя в самом начале попросить у вас разрешения начать с такой темы, как поприветствовать одного из Винокуровых. Ну, как бы, я не хотел сказать обоих, но все-таки... Валерий ближе. Я хочу сказать такую вещь, что, Валерий, я воспитывался на ваших репортажах, на ваших заметках, на ваших статьях про футбол. И честно скажу, что когда вот последовало приглашение, я немножко занервничал, потому что для меня это была моя такая бурная молодость, спортивная, наряду с Филатовым, Понедельником, Ваньятом, Винокуров для меня был такой... альма-матер мой. Я не ожидал, я покраснел, наверное. Нет, вы не покраснели, но я бы хотел с этого начать. Тебя в камеру не видно, так что нормально, красиво. Это никаких реверансов, это, наверное, мой единственный шанс сказать вам спасибо за ту мою молодость, когда сейчас из тех людей, которые пишут о спорте, я думаю, что, наверное, Цыбанев остался вот один, который пишет тем вашим языком, понятным, и никогда не хают никого, не делают кому-то какие-то... ну, не говорят про людей в уничтожительном виде там, или слове. Ну, он у нас и начинал сразу после института, он пришел в еженедельник. Ваш футбол-хоккей, тот еженедельник, я думаю, что моя мама меня слышит, дай бог и здоровья, купить было невозможно. И по воскресеньям она вставала до 6 утра, и этот номер, чтобы один достать. Да, да. Ну, вся семья, я занимался, играл в хоккей. Ну, Юра, кстати, правильно, Цыбанев его вообще фамилия. Я прошу прощения, потому что здесь вот с этими «и» ударения. Ее там, понятно. Да. Ну, вы поняли, о ком я говорю. Ну, и этот человек, который сейчас корреспондент Советского спорта, он один из ваших последователей, и всегда его читаю.
На этом спасибо, я заканчиваю свое лирическое вступление и готов ответить на все ваши вопросы сразу. Да, ну вопросы, кстати, если у наших слушателей будут возникать, то их можно задавать по телефону прямого эфира, код Москвы 495, телефон 65 10 99 и 6. Ну и через сайт finam.fm тоже можно, естественно, свои вопросы, комментарии там оставлять, писать, в общем... Мы тогда футбола потом тоже коснемся. Да, коснемся мы всего, если хватит времени, но все-таки хотел бы я начать именно с олимпиады, которая ближе, ближе всего. Ну, вы, значит, в курсе, как там идет строительство и вашего объекта, и остальных. Я там... слышал все, Олег, я слышу разные разговоры, я слышу негативную информацию, что, во-первых, нужна ли эта олимпиада, мы не построим. Это уже поздно сейчас, нужна, не нужна. До сих пор идут разговоры, до сих пор идут разговоры, мы не построим, мы не успеем. Я хочу сказать, как государственный человек, мы успеем, мы построим. В этом могут быть все абсолютно уверены. Мы олимпиаду проведем на очень высоком уровне. У меня есть одно маленькое недопонимание, каким образом потом будут использоваться те красивейшие, современнейшие спортивные объекты, которые сейчас строят на территории Олимпийской деревни. Ну, ваша федерация переедет туда просто в Сочи, будет там базироваться и проводить все соревнования всегда. Если это с чувством юмора, у вас все хорошо. Если реально федерация туда не переедет, и мы реально понимаем, что именно как вид спорта кёрлинг и дворец кёрлинга по прямому назначению, скорее всего, работать не будет. Может быть, будет какой-то выставочный центр. Будет перепрофилирован, скорее всего. Все-таки недалеко от Адлера, 10 километров от Адлера, сделать кёрлинговым центром то место будет сложно. Точно останутся такие востребованные объекты, как прыжки с трамплина, трамплины. Санно-бобслейная трасса. Вообще нет в России. Ни в одном месте. Это огромный прорыв. Вот это вот то, что... Если мы берем спортивную составляющую, спортивную, мы будем иметь после 2014 года абсолютно подготовленные базы для подготовки наших сборных разных возрастов, разных категорий в тех видах спорта, которых мы вообще не имели базы. Простите, а что, в Братске санно-бобслейной трассы уже нету, да? В Сигулде тренируются. Построили одну тренировочную базу для санно-бобслейного спорта в Парамоново, в Подмосковье, в Дмитрове. Не совсем она современная. Но когда-то в Братске же ее так вообще рекламировали. Под Санкт-Петербургом был, под Ленинградом. Был один из самых крупных центров по прыжкам с трамплина, где был Гарри Напалков, тогда еще 79-й год, когда выигрывали, когда мы побеждали, и у нас были медали, мы говорили про медали в этих видах спорта, ничего нет. Белоусов когда-то в Гренобле на моих глазах стал олимпийским чемпионом в 68-м году. Вот эти два человека, которые, в принципе, они после них... Выжженная земля. А еще был Коба Цакадзе очень тоже сильный. Вот, да? К сожалению, и Каменский, конечно. Еще Каменский выигрывал этапы. Я с вами спорить по фамилиям абсолютно не буду. Вы дока, и я проиграл. Просто приятно вспомнить. Я в этом смысле. Таких людей приятно вдруг назвать. Ну, про Напалка много слышал, смотрел даже какие-то моменты. Ну, мы говорим с вами про кёрлинг. Давайте мы вернемся к кёрлингу. Если бы этот дворец спорта был... возможность перенести в Москву, он был бы востребован на 100%. Он был бы занят, и места свободного не было. Ну, в Сочи, вот именно как кёрлинг, скорее всего, нет. Скорее всего, не будет востребован по спортивному своему назначению дворец для скоростного бега на коньках. Тоже, наверное, будет некий какой-то выставочный центр. Телекоммуникации, которые сейчас будут подведены к Сочи, и выстроен огромный, суперсовременный строится центр, тоже будет задействован не по прямому назначению. Там же чемпионат мира по футболу Сочи же вошел как один из городов. Такой медиа-центр, который строится даже для чемпионата мира по футболу, это слишком много. Да? Да, это что слишком... теперь, Евровидение проводить? Почему нет? Можно смотреть все что... Ну, во-первых, давайте так. Так как мы будем... Я буду говорить со стороны оптимиста. Хорошо, что это есть. Это есть. Хуже, когда чего-то нет. Это, конечно. Понимаете? Как перепрофилировать? Как задействовать? Это уже работа спортивного менеджмента. Вот на что и надо сделать упор.
Министерству спорта, это спортивный менеджмент, как заполнить и чтобы базы были востребованы. По крайней мере, вы свидетели Олимпиады в Москве, 80-й год, и это 20-летний прыжок в будущее был, когда мы построили все, что мы не построили. Мы до сих пор пользуемся и очень активно пользуемся. Да, конечно, там спорткомплекс олимпийский. И дружба, да. И все остальное. Олимпийская деревня, люди живут. То есть у нас абсолютно все дальше востребовано стало. А вот сейчас, хотя же... Да, это Москва, тут, наверное, специфика другая. В Лужниках и хотят вообще все снести. Я против. Да, и там же и бассейн хотят снести, и малую арену, и все строить заново. Ну, я просто, к сожалению... Это же было построено к 80-му году. Нет, 57-му. А, да, правильно. Нет, Лужники-то, естественно. Да. Спартакиаде народа. Да. Который я, кстати, участвовал. И я думаю, что если бы меня спросили бы, вот, ну просто так, подошли на улице, фокус-групп спросил, вы за то, чтобы сломать олимпийский объект Лужники? Я бы сказал, нет. Надо придумать что-то, чтобы оставить какое-то наследие, и дальше люди, чтобы видели, что у нас есть наследие. Ну вот так мы переместились в Москву, но все-таки в Сочи еще вернемся, будет уже в следующей части нашей программы, когда я немножечко тогда с позиции пессимиста тоже что-нибудь скажу. Готов с вами подискутировать, Олег Валерьевич. Продолжается программа «Прессинг». По-прежнему в студии Олег Винокуров. И Валерий Винокуров. И наш гость, вице-президент Федерации кёрлинга России Андрей Созин. С кёрлинга, как мы установили, начинается Олимпиада в Сочи 2014. Но у нас есть звонок, поэтому, наверное, эту часть мы начнем со звонка. Позвонил нам наш постоянный слушатель, неизменный участник всех наших программ Борис Потапович. Здравствуйте, Борис Потапович. Выражаем восхищение вашей стойкости и целеустремленности. Постоянством. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Ну, вы правильно, Олег, подчеркнули, что я постоянный. Поэтому для меня неожиданное сегодня, две неожиданности, вернее. Ну, первое, что Андрей, тот Созин Андрей, которого я читаю и слушаю. Вот, значит. В каком виде? Во всех? Ну, читаю в этом, чаще всего, чемпионат РУ, сейчас он КОМ называется, да. Да, ну, вот, отлично. А слушаю на некоторых радиостанциях. Вот она, пришла популярность. Да, отлично. Да, внезапно пришла популярность. Чтобы... Борис Потапович все держит под контролем. Молодец. Приятно, что есть поклонники. Вот я насчет неожиданности второй, значит, что сегодня о футболе. Поэтому у меня будет, ну, как бы это сказать, несколько вопросов. Лучше разрешите, да? Ну-ка, естественно. Так, передача «Прессинг» одна из очень немногих, в котором говорится о паралимпийцах. К Андрею у меня вопрос. Как у нас состояние, успехи, так сказать, перспективы паралимпийцев в кёрлинге? Так. Это первый вопрос. Второй вопрос, так как Андрей очень много пишет и даже, так сказать, делится своими впечатлениями о футболе, то у меня вопрос по футболу. Для меня, как и для него, также было неожиданно решение КДК. Вот. Но у меня вопрос по-другому. У меня все-таки вопрос по переходу на осень-весна. Дало ли это какое-то преимущество? Кстати, это вопросы к ведущим тоже. Так. То есть выявлены ли... Вот сейчас мы можем сказать о тех выявленных преимуществах в переходах? Ну, кроме того, что мы можем перенести один матч на весну. Ну, понятно, да. Ну, хорошо, Борис Подач, ну тогда мы все-таки уж футбольный отведем на конец программы, да. Спасибо вам за оба ваших вопроса. Ну, мы сперва все-таки у нас еще есть что сказать про кёрлинг, про Олимпиаду предстоящую, так что давайте с этого и начнем. Ну, кстати, вы, Андрей, уже начали же говорить как раз именно Ну, я бы хотел сделать такую маленькую ремарку на полях. У нас Федерация кёрлинга России и Федерация паралимпийских видов спорта — это две разные федерации. Мы имеем непосредственное отношение, непосредственно как к проведению чемпионатов мира, Европы, Кубков России среди всех возрастов, мы не имеем. Но поддерживаем очень тесную связь. И колясочники, у нас мало того, что есть колясочники, есть и среди слабослышащих. И это тоже проводятся чемпионаты, то есть задействованы все слои населения. Перспективы, вы знаете, я не могу, то есть вот как
не как спортивный функционер, а как просто житель нашей страны, я никогда не смотрю на спортивную составляющую, как выступили наши паралимпийцы, колясочники, кто-то еще. Я просто восторгаюсь тем, что они, преодолевая огромные трудности, которые возникают на их пути, они занимаются этим делом, они приходят. И я не буду настаивать, чтобы они занимались кёрлингом. Пусть они играют в футбол, они бегают. У нас великолепные результаты в биатлоне. Мы побеждаем. Давайте вот не будем смотреть, на как они выступают и какие у них есть медали. Мы должны быть горды, что эти люди не сидят дома и не ждут от судьбы какого-то блага, а они сами берут это благо, и мало того, что берут благо, они еще и нашу страну с вами выводят на первые места в спортивных дисциплинах. И так что, если я не ответил на вопрос по поводу наших успехов или неуспехов кирлингистов, колясочников, пусть они на меня не обижаются, я их не разделяю с остальными людьми, которые для меня просто герои. Вот тут это вы правильно говорите, да. Тут я с вами полностью согласен, но, понимаете, хорошо бы, чтобы такой подход еще исповедовали, так сказать, люди, от которых зависит развитие этого спорта, потому что мы вот когда говорим про, ну и про паралимпийцев тоже, без медалей нет никакого развития. Абсолютно точно. Да, даже кто не тебе вкладываются деньги? Кто будет финансировать? Вот да. в этом и вопрос. Мы как раз поднимали это и в прошлой программе. Там пятое место человек занял, а это уже все. И все, и не получишь ты... Ничего. Да, ему вот. Ни награды, ни помощи, ни материальные, и вообще. Хоть заканчивай. Я с вами полностью согласен. Я вам скажу так, что, наверное, будет непопулярным моя точка зрения и мое видение, но... Так как я непосредственно касаюсь вот, помощи государства, и федерация содержит Министерство спорта, туризма, молодежной политики, я вам скажу так, ни одной претензии к министерству. И я сейчас скажу, и, конечно, от нас сейчас все ждут, что вот сейчас давайте начнем хаять Мутко, там, он там не так, или он это не то, а вот зачем нам? Я скажу так, вот все, что запрашивает кёрлинг, мы говорим про кёрлинг, все, что запрашивает кёрлинг, выполняется в полном объеме. Все, что мы хотим. Мы сделали две команды. Была одна, сделали две, выделили деньги. Мы взяли двух ведущих специалистов иностранных. На это выделили деньги Олимпийский комитет Министерства спорта. Нет возможности плодотворных тренировок в России. Пишется единый план, выделяются деньги на сборы. Премиальные выигрываются, выплачиваются. Проблем с министерством нет. У спортсменов, которые занимаются кёрлингом, есть одна задача. Просто заниматься своим любимым делом и не знать об этом никаких проблем. Я заявляю это официально. Если кто-нибудь из федерации скажет, какой-нибудь федерации, нам не выделяют деньги, я только разведу руками и скажу, ребят, я не знаю, как у вас. Как вы планируете? Про федерацию кёрлинга и про взаимоотношения с министерством. И то, что вы сказали, за пятое место дают, за это не дают. Все, что оговаривается, дают. Олег, ну пойми, нельзя давать премию за пятое место. Тогда уже не спорт. Нет, я не про премию имел в виду. А про что? Про паралимпийца, который занял пятое место, и его сразу сняли с какого-то содержания. Это неправильно. Ну вот про что я считаю, что это упущение. Ну, да. Если он занимает пятое место, участвует в чемпионате мира, и он инвалид. Да, ну конечно. Нельзя снимать. Ну вот именно. Надо поддерживать. Чем больше мы поддерживаем. Я только это имел, а премию никто не просит премию. Так что... Нет, да, вопрос не в премию. Ну, просто у нас в прошлой программе был Сергей Поддубный как раз. Тот самый, который боролся? Нет. А тут Иван, это его сын. Иван. Нет. Сергей Иванович был. Паралимпиец, который играет. Заслуженный мастер спорта, чемпион там всех и олимпиады. Ну, депутат Госдумы, вот мы как с ним начали говорить, это что же, ну, истина, она все равно где-то посередине всегда находится. Ну, что-то там он говорит, вот хорошо, развивается, действительно, поддерживаю там то все. Потом начинаешь касаться каких-то вопросов финансирования, тут выясняется, что на самом деле, ну, если не все плохо, то достаточно плохо. Давайте мы тогда любого человека из любой отрасли нашей индустрии пригласим, и он скажет, нам не хватает. Да. Не хватает учителям, не хватает врачам, не хватает дворникам. Всем не хватает.
Естественно, я согласен. Ну, просто паралимпийцам им, наверное, не, сложнее. Я считаю, всех, но... что люди, да, которые с ограниченными возможностями, на них экономить вообще нельзя. Правильно. Да. Вот мы с вами согласны. Но вот скажите мне тогда, я же обещал выступать как, ну, может быть... Как пессимист. Ну, или как резонер, может быть. Ну, хорошо, вот вы говорите, сейчас вам все там дают, все, что вы просите, все соблюдается, все отлично, все договоренности, все хорошо. У вас нет такого чувства, что... как сейчас все согласны на все в преддверии Олимпиады. Вижу вопрос. Когда можешь кончится... не говорить дальше. Да? Олег хорошо. Валерьевич, можешь не говорить. Хорошо, не буду. Для этого мы и... для... и есть такая должность. Вице-президент по стратегическому и региональному развитию. Кто же это? Это он. Напротив. Я понимаю вопрос. Не закончится ли все это после Сочи? Не прекратится этот финансовый поток, когда закроют, потухнет огонь, и люди разойдутся с трибун. Очень бы хотелось, чтобы на Сочи наша спортивная жизнь России не закончилась. Так же, как она не закончилась бы 18 июля 2018 года на футболе. Понимаешь, это такая вещь... Хотя многие бы вздохнули с облегчением. Понятно, что бюджеты спорта... наверное, будут каким-то образом урезаны и будут перекинуты на другие отрасли. Не хотелось бы, потому что спорт — это не только золотые медали или наши гордость, еще здоровье нашей нации. Это самое главное. Мы можем сэкономить на спорте, потом потратим то же самое на медицине. Все объекты, которые были построены в Москве, были задействованы молодыми людьми, детьми и людьми старшего возраста, что отвлекало их от их болезней, что не давало болезням развиваться. Дай бог, чтобы сочинские объекты сыграли на перспективу именно нашей национальной, нашей страны. Кто же поднял вопрос о перепрофилировании? Кто поднял вопрос? Да, вот в этой как студии раз? Я имею это... в виду. Да, не да, вице-президент ли федерации? Перепрофилирование конкретного да. объекта под Адлером. Центр кёрлинга, ну, давайте я буду, наверное, реалистом. Я могу сейчас взять здесь красное знамя, заскочить на стол и размахивать. Он говорит, мы выиграем, у нас там будет центр кёрлинга. Но это будет вранье. Вы хотите, чтобы вы услышать это? Вы услышали правду, и сейчас вы пессимист? Наверное, мы скорее с тобой здесь сейчас реалисты. Потому что я начинаю считать, значит, мы тогда бюджет Олимпиады в Сочи, мы должны считать это не только... деньги затрачены на строительство, но потом еще столько же будет денег затрачено на перепрофилирование всех этих объектов, чтобы превратить из какого-то спорткомплекса, сделать концертный зал там или еще но чего-то. Кроме футбольного какой-то. Стадиона. Кроме футбольного стадиона. Футбол, да? Он еще проживет 4 Валерий, года. Валерий, видимо, все-таки за футбол. Не знаю. О футболе мы поговорим еще, да. Я, если быть конкретно, немножечко, конечно, поконкретнее сказать вам, то я думаю, что если бы мы узнали сейчас, в то время, когда мы в Гватемале выигрывали выборы, если узнали, что будут такие затраты, наверное, руководство страны задумалось о цельности этих направлений. Ну, теперь уж поздно. Ждем с нетерпением Олимпиаду. Итак, программа «Прессинг» продолжается. В студии по-прежнему Олег Винокуров. И Валерий Винокуров. И наш гость Андрей Созин, вице-президент Федерации кёрлинга. И мы уже сошлись на том, что все мы здесь, значит, теперь реалисты в студии. И вот как раз перед тем, как мы прервались на новости, наш гость сообщил, что никто, значит, такого не ожидал. Никто таких расходов... Понимаете, в чем дело? Да. Есть такое понятие сейчас, даже ввели понятие клеветы, и Дума этим долго занималась. Я бы сказал так. Я думаю, что если бы... правительство Российской Федерации узнало бы реальный расход, который будут потрачены на Олимпиаду, они бы, я думаю еще раз, задумались. Ну а здесь же нет никакой клеветы. Бюджет, он растет как на дрожжах, и это факт. Финам ФМ очень серьезное радио. Естественно. Здесь могут привлечь, в принципе, за любое неправильно сказанное слово. Если это моя точка зрения, я отвечу за нее как частное лицо. Если я начну говорить, это 100%, мы вот это, как любят на некоторых радио говорить, да. Там, да, это все, я режу 100% так. Не бывает 100%. Бывает, бывает. Чье-то частное мнение. Когда я с кем-то начинаю спорить о чем-то, то я пытаюсь сказать, ребят, если вы добавите при споре это «я так думаю»,
тогда мы с вами можем разговаривать. Конечно. Если вы говорите 100%, тогда зачем я вам нужен? Тогда, пожалуйста, идите к зеркалу и поспорьте с зеркалом, и оно вам не ответит. Так что я при том предложении добавил, что это мое личное мнение. Понятно. Оно совпадает еще с моим личным мнением и с личным мнением Олега. Тогда это уже коалиция. Извините. А, это уже другая статья? Конечно. Нас обложили здесь со всех сторон. Статьями. Ну, это правильно. К сожалению, только не доходов. Да. А, ну да хорошо. А у вас есть личное мнение насчет, например, бюджета предстоящего чемпионата мира? Может быть, там тоже, по вашим представлениям, могло быть примерно такое же. Вот тоже сейчас все смотрят и думают, что бюджет еще вырастет и вырастет. И тоже кто-то теоретически мог бы задуматься, а надо было нам в это ввязываться или нет. Мне бы хотелось, чтобы Олимпиада была показательна в этом отношении. И что мы понимаем, что завышен бюджет. Завышен, и можно сделать было дешевле ее. Может быть, то крупное соревнование, следующее после Олимпиады, чемпионат мира. Во-первых, я нигде не слышал, может быть, это я пропустил. Ведь победы на отборочных вот этих этапах на право проведения таких мероприятий крупных, как Олимпиада, как чемпионат мира, как Универсиада в Казани, это же большая заслуга людей, которые в этом участвуют. Общество разделилось. Одни говорят, зачем вам нам спартакиада, там, универсиада в Казани, у нас у пенсионеров нет денег. Я говорю, господа, это разные бюджеты, разные. Не пойдут эти деньги, это если правильно. Мы не если построим. Если не провести чего-то, да, то все равно пенсии не прибавят. Если мы не построим, мы не отдадим их пенсионерам. Да, понимаете? Да, да. У пенсионеров свои люди, которые отвечают за те пенсии, которые должны дать. И кто говорит... За те дыры в бюджете, которые... И когда говорят, не проводите спортсоревнований, не стройте спортсооружения, опустите деньги на здравоохранение, я говорю, вы с разными людьми говорите... Есть бюджет здравоохранения. Вот там надо говорить, чтобы они строили поликлиники. А вместо того, чтобы строить стадионы по футболу, мы хотим построить что-то другое. Мы уже решили, что будем строить футбольные стадионы. Мы самая отставшая страна в футбольной инфраструктуре в Европе. Я думаю, что уже бедные поляки... Да уж, да. Действительно, да. Уже на несколько лет впереди нас. Может быть, сейчас на уровне Бангладеш люди, которые, я не знаю, слушает ли нас страна, там вот такие, как Владимир, Ярославль, это вообще страшная вещь, эти стадионы, их не то что не ремонтируют, они просто никому не нужны. Их латают перед началом, вывешивают красное знамя, там, привет участникам соревнований, туда идут люди с семечками, и как они грызли их в 36-м, так они и грызут их сейчас. При появлении новых спортивных объектов в виде даже футбольных стадионов мы поднимем экономику региона. Вот главное, я бы хотел, чтобы не разворовали деньги, как это уже просто притча в языцах, стадион в Санкт-Петербурге. Не может стоить 43,6 миллиарда. И я спрашиваю, я часто бываю по роду там своей работы в Петербурге, говорю, что на самом деле, объясняют, что там плохая почва, что болото, что надо вот так. Ну, я говорю, не может стоить стадион. Не может Мерседес стоить триллион долларов. Чтобы в него не напичкать. Он стоит своих определенных. Он может чуть дороже, если есть тюнинг. Это понятно. Но есть база. Вот если правительство скажет, на стадион выделяется четко-то, допустим, X денег, и никто не может, что бы ни случилось с долларом, что бы ни случилось там в семье руководителя строительства, не выходила ли замуж дочь, или он не хотел купить себе какой-то следующий дом, построить в этот бюджет, я понял бы, что эти деньги будут именно вложены. Но когда бюджет может быть увеличен, в несколько десятков раз. Бюджет может быть немножко увеличен. Мне спросить надо, почему? Почему он немножко не может быть уменьшен? И тогда люди скажут, тогда мы построим еще одну поликлинику рядом с этим. На уменьшенный бюджет. Нет, мы хотим увеличить бюджет. А то, что проведение крупных спортивных мероприятий в России, это толчок во всех отношениях. Во-первых, в развитии страны. Крупная страна, не сырьевой придаток какой-то, а серьезная страна Россия, просто обязана пройти такие соревнования, как Олимпийские игры, чемпионаты мира по футболу и спартакиады. Обязана.
И она это делает. Но тем более, что не только стадионы. Там же строятся и гостиницы, аэропорты, дороги. Это дороги. Же все тоже. Дороги, Гоголь. Конечно. Сейчас, если Гоголь был бы жив, мы бы сказали, Николай Николаевич, извините, пожалуйста. Николай Васильевич. Николай Васильевич, извините. Николай Васильевич, у нас дороги. У нас осталась только одна проблема. Но там вообще не разрешим. Это к спорту отношения не имеет. Не имеет. Она вообще не разрешима. И в программе «Прессинг» мы тоже это не обсуждаем. Но дороги мы уже сделали. Дороги, да. Ну, сделаем когда-нибудь. Еще не все сделали дороги. В Тульскую поезжайте, в губернию. Там нет Олимпиады. Вот именно. Там нет Олимпиады. Вот в том-то и дело. Олимпиаду не проведешь по всей стране. Послушайте, вы берете очень близко в Туле. Вы поезжаете в Чита-Хабаровск. Омск, уж вообще не Омск, знаю, Томск, да. Ачинск. Вот как раз Гоголь и интересовался, доедет ли это колесо Гоголь спрашивал до Казани. Гоголь спрашивал про Сочи и про Казань. Ну, до Казани сейчас доедет. Про Казани ответит. До Казани доедет, а дальше и долетит самолет. Ладно, вот вопрос был задан, где нас слушают и слушают ли нас где-то. Вот в Санкт-Петербурге точно слушают, потому что Александр прислал нам сообщение на сайт finam.fm. И пишет он, к сожалению, строительство – первая важная часть, но далее все зависит от управления, от менеджеров построенных центров. Например, у нас в Петербурге много построенных «Газпромом» спортивных центров, но люди туда не хотят ходить, потому что управляются они плохо, нет интересных тренировок, плохой сервис, отсутствие заинтересованности у владельца в максимальном использовании центра. Мы про это говорили. Да. Господа Винокуру, мы с этого начали. Как вы, Первое наше предложение, пусть человек прослушает, построить построим и проведем, как использовать задачи спортивного менеджмента. Да, с этого начали как раз, да. Он просто подчеркнул и... Ну, он привел, на практике причем, на практике, конкретно. Еще никакой Олимпиады нету и в помине, а уже, значит, какие-то спортивные центры простаивают. Вы знаете, очень четко есть не очень хорошее деление на платные спортивные центры и для массового пользования. Все-таки это слишком большая разница. Не спорю, хожу в один спортивный клуб, хожу каждый день рядом с домом. Наверное, не буду называть, чтобы там не делать какой-то лишней рекламы. Это стоит... За приличные деньги хожу. Это стоит деньги. Это стоит, Олег, деньги. Я получаю за это максимальный комфорт. Могут ли мои соседи или люди, которые живут рядом со мной, все люди, могут ли там ходить? Скажу, не все могут. Вот это проблема. Нет. Это и обеспечивает соответствующий уровень сервиса. Да. Ну, вот тогда скажите мне, сейчас возвращаясь к этим олимпийским объектам, ну, здесь же, значит, вопрос, вероятно, в собственнике. Вот мы так говорим просто, строительство, да, строительство, строят, бюджет. А кто их строит, чьи они потом считаются, кому они принадлежат, кто должен вот... К примеру, давайте, чтобы мы не занимались словоблудием. Допустим, тот огромный телекоммуникационный центр, который построен 2500 квадратных метров, построенных под Олимпиаду, является собственностью Краснодарского края. Ну, то есть ничьей. Да это... возьмем больше, например, наверное, губернатор. Или люди, которые приближены к нему. И, скорее всего, он будет востребован, им будет сделан по тому направлению, которое они считают нужно, будет востребовано. Будет? Ну, потому что, ну, как-то жизнь учит, что в частных руках все должно очень находиться. Скажу так, очень будет обидно, страшно прийти летом 16-го и увидеть заросшее бурьяном современные спортивные комплексы. Как вот сейчас в Афинах вот мы так, видим как в Афинах, да. Все, что угодно. Вот то, что было с Олимпиадой 2004 года. Я не был в спортивных в интернете. Объектах, но им сейчас не до нас. Да. Им сейчас не до спорта. Из-за того, что они... Ну, они это очень ленивые люди. Россияне не ленивые люди. А греки... ленивая нация, которая, к сожалению, сейчас пожинает плоды своей лени. Я думаю, что люди в любой нации есть и такие, и сякие. Но греки-то сейчас-то точно, я убежден, они пожинают плоды этой самой Олимпиады, в которой они тоже вбухали столько денег. Да еще причем, ну, еще глупо очень распоряжаются этим. Я не хотел бы сравнивать
Древнюю Грецию и Древнюю Россию, которой не было, наших скифов. Да. Это две разные вообще весовые категории. И нынешнюю Россию, и нынешнюю Грецию, это тоже боксеры разных весовых категорий. Давайте вернемся вот к собственности на, предположим, кёрлинговые дорожки, или вот на кёрлинговый зал. Или я просто... Кому это принадлежит? Да, да, вот. Я скажу так. Строит это конкретно президент Федерации кёрлинга Российской Федерации, мой большой товарищ Дмитрий Александрович Свищев. Он строит все. Да, он за это отвечает, он находит деньги, он вкладывает деньги, и он будет решать, что с этим кёрлинговым центром делать. Там же вот он его может кому-то продать, например. Теоретически он может его кому-то продать. Ну, потому что кёрлинг, ведь, насколько я знаю, там же лед вообще такого высочайшего должен быть качества. Там просто другой лед. Да, вот. Совсем все другое. Там другой лед, да. на котором вообще соревнования по кёрлингу можно проводить и на хоккейной площадке в перемешку с хоккеистами. Но там уже совсем... Это будет совсем неправильно. Ну, конечно. Во-первых, лед имеет свои... особенности. Во-первых, его заливают по-особенному. И он имеет наклон. Понимаете? Он имеет наклон и угол достаточно разный, чтобы могли с помощью подкручивания камня обходить там другие камни. И понятно, что устраивать на этом льду соревнования фигуристов или шорт-трека, ну, в принципе, в футбол можно играть на любом или более-менее ровной площадке. Согласны? Да. Согласны. Если назвать это футболом, ну, то же самое с названием кёрлинг. Можно играть на хоккейной площадке, заменив там, ушли хоккеисты, залили лед, пришли кёрлингисты. Ну, совсем... Другой вид спорта. Да. Мы сейчас ушли немного в сторону. Просто... Я специально вас оттуда увел. Конечно. От собственности. Мы же говорили, да, от собственности. Перепрофилирование. Ну, все должно кому-то принадлежать, чтобы люди были заинтересованы. Без хорошо, более стадион в Афинах вы никому все, не принадлежит. Вы все прекрасно знаете, что все, что связано со склонами, все, что будет построено по горнолыжному курорту, принадлежат одному человеку. О, вот там будет, значит, все и развиваться, это точно, уже это надежно. И это будет востребовано. Да. Правильно, будет человек, который будет управлять, который будет содержать это, который будет сервисы, который вкладывал туда свои деньги. Отлично, продолжим после новостей. Спасибо. Так, программа «Прессинг» вступает в завершающую стадию. По-прежнему в студии «Финам-ФМ» Олег Винокуров. И Валерий Винокуров. А также наш гость Андрей Созин, вице-президент Федерации кёрлинга России. В основном мы на кёрлинге и старались сосредоточиться вот эти первые три четверти программы. Ну, собственно, потому что с кёрлинга, как мы выяснили, начинается Олимпиада в Сочи уже совсем скоро. Там будут соревнования проводиться на новом объекте. Так что, в общем, Андрей Вячеславович, желаем вам успешного проведения этих состязаний. И спасибо, Олег Валерьевич. Уверены, что все будет в лучшем виде. Ну, даешь? Даешь. Правильно. Но сейчас не надо красные знамя, не надо скакать здесь по столу, пожалуйста. Оно у меня лежит с собой, думаю, когда вскакивать. Вас, между прочим, видят, веб-камера работает, так что видите себя спокойнее. Да. Вы не могли бы мне сказать, почему на радио Финам-ФМ плюс 16 здесь ругаются матом? Сейчас во всех рекламах я слышу радио Финам плюс от 16 лет. Да, на всякий случай. Не знаю. Я не знаю. Давайте сделаем. Я в этом не понимаю. Давайте программу «Прессинг» будут слушать любые люди. Ругаться матом мы не будем. Хорошо. Так это же, кстати, Дума. И не будем говорить о пробках. Потому что когда говорят о пробках, мне кажется, надо тогда говорить 18+. До 18 же нельзя ездить на это самое, права иметь. Может быть, да. Так, и о сексе тогда, и алкоголь, 21+. Все, а давайте мы сейчас тогда обо всем остальном, кроме этого. А разговоров еще много, потому что не только, ну, в общем, Олимпиада начинается с кёрлинга, но и Олимпиада, и чемпионат мира по футболу предстоящий. Все начинается с Финам-ФМ и с нашей программы, я уже это понял. Мы уже тут касались вопроса и стадионов, того и сего. Ну, давайте так широко. Первый это будет Универсиада, который, кстати, да... В Казани. Да. Да. Ну, так, а вы... Нет, первое будет чемпионат мира по легкой атлетике. Да. Потом по срокам там... Ну, раньше, наверное, будет чемпионат мира по легкой атлетике. Это тоже выдающееся событие. После этого ужники закрывают. Да. Знаете, да? Да. Ну, и, видимо, сносят. Или закрывают, но решают еще. Ну, в общем, вы в отношении всего такой оптимист. Не только ведь Олимпиады в Сочи, да? Скажи, пожалуйста, разницу между оптимистом и реалистом. Что вот здесь, что я сказал слишком оптимистично, чтобы вы мне могли потом предъявить, что я тут голословно заявлял?
Нет, разницу между реалистом я не вижу. А вот, ну, говорят, что пессимист... Вы знаете, радио... Хорошо такая... информированный оптимист. Радио такая вещь, если мы будем с вами какую-нибудь говорить... чернуху нести, у нас будет большой рейтинг. Это само собой. Понимаете? Нет. Если это такое радио, то давайте перестроимся. Нет, у нас это не хотелось радио, бы. И просто у меня был пример, и пример с Владимиром Ивановичем Перетуриным. У нас была на русской службе новостей дискуссия по тому, хорошо ли Жуков, что стал олимпийским нашим министром, или плохо. И как бы понимая, что Жуков это Гарвард, это независимый человек, это самые сложные проекты в правительстве. Он это все вел, и у меня была позиция «за». Владимир Иванович мне сразу сказал, пенсии маленькие. Вот. Я говорю, стоп, оранжевая. Он мне говорит, 11. И потом голосование он выиграл. Я говорю, как же так? Потому что гладиолус. Потому что гладиолус. Я понял, все. Вот этого бы не хотелось, плюс 16. Нет, у нас все нормально. Значит, спортивная жизнь развивается в правильном направлении нашей страны, спортивной жизни. Я считаю, что она развивается. Это уже важно. Она развивается. Она не в зачаточном. Мы строим крупные спортивные объекты, которые мы с 80-го года не строили, потому что у нас была перестройка, революция, еще какие-то там передряги. А сейчас мы это строим. Значит, страна жива. Жива. Скорее, чем мертва. Но это стало выясняться только после того, как начали давать олимпиады там и прочее. Какая-нибудь уже Германия не вспомнишь, когда проводила какую-нибудь олимпиаду? Германия готова провести чемпионат мира по футболу завтра. Да. Конечно. Но чемпионат мира она, слава богу, проводила там. Ну, а каких-то олимпиад уже я не помню, когда там последний раз проводила. Ну, в Мюнхене. Но все равно там все строилось. Ну ладно, дай бог, пусть хоть так будет. Мы не ответили на вопрос Бориса Потапыча. Про осень-весна. Я считаю, если бы он меня спросил, что полная ерунда. Никакого плюса в этом нет. Сейчас нам скажут, вот сейчас мы проводим чемпионат, и у нас сейчас есть... Господа, давайте посмотрим наш чемпионат России по футболу 3 марта. Вот с 3 марта у нас не будет никаких полей, никакого футбола. Сейчас мы досмотрим этот футбол в более-менее смотрибельном виде. После 3 марта мы закроем глаза на все газоны. Андрей, ну не может быть что-то сразу положительное спустя 3-4 месяца. Но это должно сказаться через 5, хотя бы 6, 7, 8 лет. Без этого, без перехода на осень-весна, я абсолютно убежден. Мы не проживем. Да. При наличии стадионов. Да, наш футбол никуда никогда не двинется и не денется. Это условие необходимое, но недостаточное, естественно. В футболе вообще нет ничего такого, чтобы вот что-то одно сделали, и сразу стало прекрасно. Должно быть очень много сделано, и это... Это необходимо. Вообще, наверное, в жизни, а не только в футболе. Пригласите меня на программу, если можно, 1 апреля. Конечно. 2-го. Ну, когда это будет среда какая-нибудь. К этому времени пройдет 3-4 тура. Возможно, да, я не помню там. Да, с 3-го начинаю, сейчас они переносят, с 3-го начинаем. Я тогда посмотрю в ваши честные глаза и скажу... Хорошо. Господин Винокуров, я не понял, где футбол? Нет, а что я не понял? А при прежней системе что, по-вашему, не было футбола? А тогда это были... Все то же самое было, только первые туры были. Разница? А тут это будут там какой-то там 20-й, 21-й, 22-й. Но зато решающие 30-й, там 29-й, 28-й, 27-й, 26-й возможно, будут уже в мае. Возможно, на хороших полях. Хотя стадионы все равно не появятся к этому. Да. 29-му туру все равно не будет. А мы хотели что сделать? Мы хотели перевести наш чемпионат и сделать его как европейский. Да. Рамки трансферных окон должны быть одни. Да. Но мы же этого не сделали. Да. Мы же все равно сделали по-своему. Потому что первые 3-4 месяца, которые он же существует. Сколько вот осень-весна? Ну, второй сезон. Первый? В полном объеме? Да. Даже был переходный. Хорошо, но играли же уже по системе. Да, и уже чемпион там восьмерки, да. Чемпион весны уже стал играть в Лиге чемпионов. Да, конечно. Но... Блестяще. Да, играю. Я про «Зенит» даже по радио «Финам-ФМ» не буду говорить. Нет. Меня разорвет. Чтобы не было 21+, чтобы не слушали, не надо про «Зенит». Я хочу сказать такую вещь. Если мы говорим о футболе, то очень важная составляющая. Вы медийные люди, и я выражаю вам свое почтение, но люди, которые сидят у руля «Зенита», у них почему-то в голове одна задача – сделать пиар черным. Все, что происходит в петербургской команде, начиная от любого направления. Не хочет играть вратарь сборной, значит, вратарь «Зенита» он не хочет играть в сборной. Если считают деньги, это игроки «Зенита» считают деньги. Нарушают регламент два раза, это «Зенит». Почему два?
Ну, как минимум два. Всегда нарушают регламент. Легионеров нарушили, простили. ЦСКА нарушили, вроде как не простили. И постоянно какая-то обида, а против нас заговор. Потом пресс-служба выпускает пресс-релиз, а мы будем играть в Севастополе, а мы сейчас сделаем чемпионат СНГ. И мы все начинаем понимать, что мы говорим только о «Зените». Наверное, это хорошо. Но хорошего, приятного, футбольного нет. Вы же пять минут назад сами сказали, что рейтинги растут, когда какая-нибудь чернуха идет. Может быть, они и поняли, что если будешь себя нормально пиарить, то никакого толку. А как начнешь себя можно перезаварить чайник. Чай можно перезаварить. Если добавлять, он уже невозможно пить. Чай хорош, когда он заварен по каким-то, на каких-то там канонам. Андрей, знаете, поскольку осталось очень мало времени, давайте не тратить энергию на то, что... На «Зенит». Да, яснее всем ясного. Давайте. С этим «Зенитом» уже просто надо забыть про него. Временно. Вы спросили меня про закон. Про закон, который будет обсуждаться в Думе, который вынесли в Думе, о проведении чемпионата мира по футболу 2018 года. Что это за закон, кому он нужен, почему это надо. Хочу объяснить простым русским языком людям, которые слушают нас и не понимают, зачем это наш закон. Как таковой закон как закон, это не закон. Это требование ФИФА. ФИФА для того, чтобы мы подали заявку, чтобы мы могли участвовать в розыгрыше мест для проведения чемпионата мира, выдвигает сразу свои условия. Условий достаточно много, и они неоговариваемые. Мы можем обсуждать этот закон, мы можем с чем-то соглашаться, не соглашаться. Мы его должны априори принять. Вот это и есть. Мы просто это называем. Принимаем закон о проведении. Мы принимаем правила игры ФИФА. На время проведения чемпионата мира территория России не существует. Есть территория ФИФА. Они устанавливают финансовые границы, иммиграционные границы, дисциплинарные, медикаментозные. Мы должны их четко выполнить. И мы это называем законом. Понятно. Вопросы по закону есть? Олег Валерьевич, вы внимательно смотрите. Обсуждение закона не подлежит. Не можем ничего вставить. Пиво будет рекламой на чемпионате мира. Какой бы закон в России не работал о запрете пива на спортивных соревнованиях. На мире в 2018 году мы будем рекламировать пиво, которое нам скажет рекламировать ФИФА. Да, там Амстел какой-нибудь, понятно. Это мудро. Да мы своих законов можем сами сколько угодно принять. Закон о болельщиках. Закон о болельщиках, Олег Валерьевич. Еще раз, закон о болельщиках не может быть. У нас есть один закон, это Конституция Российской Федерации. Я-то с вами согласен полностью. А закон о велосипедистах надо принять. О рыбной ловле и о людях, которые играют в фантики на столе, не принимаются. Про те правила, которые жить должны те люди, которые собирают фантики и ловят рыбу, они должны открыть Конституцию и прочитать, что им будет за то или иное. То, что сейчас внесли в Думу, это смешное послание в карикатурах с мультиками. Ну, конечно, не там ничего нет, ни про какие фаеры, ни про какие матерные частушки, ни про какие шествия. Там этого нет. Там есть про то, что должен сделать стюард, вывести хулигана за руку со стадиона и пальцем погрозить, сказать: ты хулиган, я тебя накажу. Но если этот хулиган из «Зенита», то его не удастся вывести. Я был на «Спартак» Барселона и шел, и шла на меня толпа, огромная толпа, кричащая, уже подогретая алкоголем. Я представил себя стюардом. Дошел бы и сказал: извините, пожалуйста, молодой человек, не могли бы не кричать матом? Мне неприятно. Меня бы закопали тут же бы сейчас в землю, прям по самую лысую голову, и я бы уже ничего не смог сказать. Хорошо, что вы не стюард. Да. Я уже сам не хочу. А то собирался. Мы будем надеяться, что уже возраст не тот. Вице-президенту Федерации кёрлинга России такая расправа не грозит, что у вас-то хоть на кёрлинге не будут там орать. У нас нет матерных частушек. Очень хорошо. Там вообще очень публика, кстати, хорошая. Ну хорошо, друзья. В общем, спасибо всем, кто слушал нас, кто участвовал, кто звонил. Программа «Прессинг» завершена. Мы, естественно, встретимся.